Ах ты, можно, отпускай, а? Где мука? Где мука, я тебя спрашиваю? Я муку обещал! Тихо! Обещал, значит, доставлю. Что ты кричишь? Я весь день без работы остался. Ты не видишь, у меня общественная нагрузка возникла. С властями не поспоришь. Куда ты лезешь-то? С властями не поспоришь. Давай лампу. Что это за хлам? Это не хлам. Это служебное помещение. Надо обустроить. Служебное? Да. Небось, комиссару какому-нибудь? Почему сразу комиссару? Я сказал, служебное помещение. Слушай, подсоби, а? Я тебе потом заплачу. И сразу за мукой. Прям сразу за мукой. Давай. О, очень хорошо. Фу. Срочно к товарищу Кубову. У меня очень важная информация. Извините. Здрасте. Прошу прощения за спектакль. Вот, квартирку я вам обставил. Вот по этому адресу. Вот там вход со двора по лестнице. Поэтому можете не беспокоиться, ни одна живая душа не потревожит. Здесь больше не появляйся. Ну, как скажете. Разрешите еще минутку вашего внимания. Есть одна мыслишь любопытная? Минута. Смотрите, сейчас продовольствие в город очень много привозят. И Красный Крест, и Нансен. Ну, вы знаете. Тут еще умники объявились. Ковчег. Ну, это из тамошних протестантов. Советским органам власти они не доверяют, поэтому продукты сами развозят. Ну, воровства боятся. Вот, но охрана-то у них шутовская. Поэтому, ежели вдруг их грабанут, то советской власти-то какие претензии? Ты что, мелешь, сволочь? Нет, вы меня не так поняли. Ты что мне тут сейчас... Нет, я просто хотел сказать, что продукты возят по городу, а охраны никакой. Всегда готов помочь родной народной власти. Доброго здоровечка. И вам, и всем товарищам. Отсель и до Чукотки. Дамы. Дрянь. А? Стучись, или тебе настучат охальник. Ой, ой, ой. Действительно, что за дрянь? Дрянь. То, что ты привез. Не держится прыщи от нее. Лучше мука посыпется. Так, кому тут платье? Да ей вот. Позвольте снять мерочку. Ой, ой. Слушай, кого вы берете, а? А ты портной, что ли? Ты принеси что-нибудь с кокеткой, а мы сами подгоним. И пудру нормальную достань, пожалуйста. Ага. Знаешь что, красотка, ухажер тебе нужен. Такой, чтобы ух. Чтобы никто ни руками, ни еще чем-нибудь. Как и обещал. Ну что, расплатимся и побегуем? Климо, наркомат. С военных складов мука. Краденая. Краденого нам не надо. Я за что купил, за то и продаю. Мука же хорошая. Ты сам говорил. А мешки потом сжечь можно и делов-то. В общем, или деньги давай, или грузи мешки обратно. Может, ты чекистов хочешь вызвать? Так они тебя же к стенке и поставят. А тебя? А я откуплюсь. Ты честно, тебя к стенке. А я откуплюсь. Революция. Честно, к стенке. А жульки откупаются. Платить будешь? Угу. Если еще мука понадобится, ты знаешь, где мне найти. Знаю. Угу. Все хорошо.